Итак, снова вас всех приветствую. И сегодня у нас, после предыдущего обзора, можно сказать, очередной обзор газовой горелки. По причине, вы не поверите. Ну, для интриги расскажу в процессе. Итак, горелочка у нас на этот раз вот такая. Фирма та же, но модель другая. Газовый баллончик, побывавший виды. Уже заправлял я его, наверное, раз 50. И до сих пор держит. Итак, причина. Новые горелки. Ну, первый хотел для вас обзор снять, а второе, предыдущий у меня на рыбалке. Ой, свистнули. Как ни печально. Такое случается. Хотел, когда покупал эту горелку, сравнить вот эту горелку с той, что была на предыдущем обзоре горелок данной фирмы, но сможете посмотреть только, как сейчас работает эта горелка, и перейти на другой обзор той же фирмы горелки и сравнить просто между собой. Итак, приступим. Упаковка та же. Горелка, конечно, лучше, массивнее, удобнее держать за ручку, потому что, например, как видите, я уже ней трошки попользовался. Также есть, как обычно, так называемый сальник. От бывшей горелки у меня остался, и он взаимозаменяемый, то, короче, очередной барахло. В отличие от той горелки, на этой горелке есть голограмма с моделью, а на предыдущей была как бы не голограмма, а наклейка. Также в этой есть керамическое кольцо. Поскольку оно есть, то у вас не так быстро выгорает полностью сама ее металлическая часть, и, соответственно, меньше подвигается коррозии. Также видите, есть такая массивная медная трубочка. Это для подогрева газа. Тоже довольно умное решение. Итак, давайте приступим. Вставим баллон. И в чем хорошо эта горелочка? Видите, горит, и даже, как хотите, трясите горелки до одного места. И в этой горелке, поскольку она дороже немножко, лучше краник. Он лучше держит. Во-первых, поскольку она более массивная, довольно-таки эргономично держится вместе с баллоном в руке. Используя данные горелки для розжига костров, мангала, и в камин растопить или грубку, или что-то обжечь не сильно массивное, или на огороде подпалить траву. Вот как-то вот так. Я думаю, за свои деньги данная горелочка довольно-таки непоганая. По сравнению с предыдущей моделью. Так что ждите. Возможно, скоро появятся еще на какие-то модели данной фирмы горелки обзоры. Кончатся у данной фирмы горелки. Будем снимать
на другие фирмы. Итак, подписываемся, оценим канал, ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, опыт работы с данными горелками свой. Поддержим канал. Снизу есть кошельки для доната. На этом всем спасибо. До следующих видео.